Делаю видеообзор односпального домика на Ламаи. Давайте начнем с санузла, посмотрим, как он выглядит. Слив под душем. Вода будет чуть-чуть растекаться. Может быть, даже вообще не будет. Так, вот здесь у нас пара шкафчиков. Сейф. Так выглядит санузел. Есть кроватка, есть еще такой диванчик, телевизор, стол. Есть вот такой вот, тоже такая кровать с вентилятором. Есть кухня, хороший холодильник, кофе, чай, тостер. Даже вот такая плита есть, раковина. Ну, замечательно. Есть кондиционер и небольшая вот такая зона, где можно посидеть.